«Слушайте доктора». Добрый день, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Вера Власова. А сегодня у нас в гостях Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующая отделением детской стоматологии, и Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Здравствуйте. Да, и как слушатели, которые слушают программу «Слушайте доктора» уже не первый раз, могут догадаться, сегодня мы продолжаем тему детской стоматологии, и мы обозначили сегодняшнюю программу, тему сегодняшней программы, как актуальные вопросы профилактики детской стоматологии. В прошлый раз остановились мы на теме профилактики кариеса, и поэтому сегодня предлагаю с нее же и начать, закрепить материал, который мы уже рассказывали уважаемым родителям, которые нас слушали, именно о том, как же мы и родители, да, и слушатели наши могут сделать так, чтобы детки кариесом не болели. Давайте об этом еще немножечко поговорим. Уважаемые слушатели, повторим еще раз про профилактику кариеса и его осложнений у детей. Значит, первое, о чем мы хотим сказать. В профилактике кариеса у зубов у детей важную роль играет регулярная чистка зубов 2 раза в день. Утром после завтрака и вечером перед сном. Также ограничение потребления сладких продуктов. Рациональное питание играет немаловажную роль. Питаться нужно регулярно. Чтобы зубы были здоровыми, им необходимы такие микроэлементы, как фтор, кальций. Очень важно в профилактике кариеса исключить перекусы. Перекусы конфеткой, например. Ольга, простите, пожалуйста, я еще уточню. Вот вы говорили про чистку зубов. А зубная щетка, которой ребенок пользуется, это влияет как-то на наличие или отсутствие кариеса? Конечно. Зубная щеточка должна подбираться по возрасту, значит, по размеру, да, рабочие части и ручки. То есть это тоже все индивидуально, все с возрастом ребенка. Все это подбирается, конечно, это очень важный предмет ухода за полостью рта у ребенка. Необходимо менять, то есть раз в 3 месяца, раз в сезон. Вот раз в сезон щетка должна меняться, какой-то уход за ней предполагается или дополнительный? Ну, конечно, предполагается уход. Иногда зубная щеточка может и почаще меняться, потому что индикацией пригодности щетки служит, значит, цвет щетинок, форма щетинок. Это все имеет очень важную роль. То есть, если щетинки деформированы, это позвоночник для нас, чтобы зубную щетку ребенка поменять. Конечно. Да? Либо техника чистки неправильная, потому что щетинки могут махариться в разные стороны. Это значит, ребенок либо сильно надавливает на щеточку, то есть, либо неправильная техника чистки. Либо он еще ее может жевать. Грызть, да. Да, жевать. Деформировать зубками. Особенно, если зубная паста вкусная. Да. Вот. И, значит, в таком случае щеточка уже подлежит замене. Вот. Да, остановились мы на регулярном питании. Так, на регулярном питании. Также, значит, очень важно регулярные профосмотры у врача-стоматолога. То есть тоже все индивидуально, согласно возрасту ребенка. Вот. Профосмотр у стоматолога в стоматологической поликлинике, у врача-гигиениста стоматологического. Доктор осматривает полость рта ребенка, подбирает средства гигиены за полостью рта, контролирует чистку зубов, объясняет на муляжах, как это делать, проводит беседы с родителями. Обучают и родителей, как нужно правильно чистить зубы, чтобы родители, в свою очередь, контролировали этот процесс у ребенка. Вот. А с какого возраста у детей возникает риск заработать кариес? Риск у ребенка с первым прорезыванием, зуба. Соответственно, и гигиенические мероприятия тоже, они должны проводиться с момента прорезывания первого зуба. Да. Значит, также в профилактике кариеса и его осложнений важную роль играет активное жевание.
Значит, мы как раз озвучивали в прошлой программе, больше твердой пищи. Больше твердой пищи, да, чтобы зубки у нас хорошо очищались, чтобы челюсти получали нагрузку. И профилактика отсюда складывается из зубы челюстных аномалий у детей. Челюсть правильно росла, чтобы зубы своевременно менялись. Также в профилактике кариеса очень важную роль играет физическое развитие и закаливание. То есть ребенок, когда больше двигается, это благотворно влияет на его опорно-двигательный аппарат и осанку формирует правильную. Тут тоже профилактика. Ну и формирование идет. Зубов, как следует. Конечно, когда соматический ребенок здоров, то и зубочелюстная система в порядке. Профилактика зубочелюстных аномалий. Также хочу сказать о бережном отношении к зубам. Избегать потребления контрастной пищи, например, холодогорячей. Да. Опасно грызть зубами твердые предметы, зубами открывать крышки. Ну и профилактика травматизма в детском возрасте. Это все. Удары, падения. Профилактики кариеса. То есть при нарушенной целостности эмали риск возникновения кариеса больше, ну, как я понимаю. Нет, тут идет и о потере зуба даже. Идет о потере зуба. Травматизм там, вследствие ударов, столкновения с предметами. Да, то есть все это влияет. Да, и здесь мы все, да, перечислили. Но основные моменты мы перечислили. Да, и вот Анастасия у нас еще рвется в бой. Слышала я об одном таком еще одном способе профилактики. Не знаю, насколько это можно назвать, конечно, профилактикой кариеса. Это герметизация фиссур. Расскажите, пожалуйста, во-первых, это нам Ольга расскажет. Ольга расскажет. Фиссуры, что это такое? Не всем знакомое слово. Фиссуры – это естественное углубление на жевательной поверхности зубов. То есть они фиссуры у нас бывают у маляров, у премоляров. Вот этот вот неровный такой бугорковый рельеф, такой фиссурно-бугорковый рельеф. То есть рельеф. То самое место на зубе, на которое попадает пища. Но очень уязвимое. Углубление, да, где скапливаются. Вот естественное углубление, ямочки. Как раз где кариес произрастает. Возникает, да. Вот у нас наиболее подверженные первые постоянные маляры. Они прорезываются в возрасте 5-6 лет, расположены достаточно далеко. Ребеночек в 5-6 лет хорошо не может почистить зубки, щеточкой достать полноценно. Ну, ленится, наверное, где-то. Да, ленится, допустим, и родители контролируют как-то. Не подозревают иногда о прорезывании постоянного зуба. Да, зачастую они не понимают сами, что этот зубик постоянный. И в этих вот фиссурах собираются остатки пищи, мягкий зубной налет. И происходит, идет благоприятное условие, создаются для возникновения кариеса именно вот в этих местах. Значит, и что мы можем сделать? Вот метод профилактики, герметизация фиссур. Это специфический метод профилактики. Подход к нему индивидуальный, с учетом физиологии, анатомофизиологических особенностей зубов у ребенка. То есть она не всем показана, эта процедура. Вот, значит, вот этот вот фиссурно-бугорковый рельеф, он заливается специальным материалом, герметиком. И снижается риск возникновения кариеса на жевательной поверхности. Что из себя представляет этот герметик? Герметик – это в основном такой текучий материал светового либо химического отверждения. Он заливается в фиссуру, вот в эту в ямочку, врачом-стоматологом или гигиенистом. И, в свою очередь, уберегает зубик от кариеса. Есть материалы, которые содержат фторииды в своем составе, то есть они будут укреплять да, зубную эмаль. Еще помогают. Да, помогают еще. Вот.
То есть такой метод достаточно хороший, но следует отметить, что этот метод, он не уберегает не освобождает от чистки зубов. От обязанностей. Да, от обязанностей чистки зубов. Потому как герметик накладывается у нас на жевательную поверхность зубика, а остальные поверхности, передняя, задняя, вестибулярная и со стороны полости рта, остаются уязвимые по отношению к кариесу. Вот. И могут попортиться. По цвету герметика можно ли его максимально уравнять, да, с цветом зубов? По цвету герметики, ну, не бывает разные. В основном герметик, контрастный герметик, так скажем, он больше нужен для родителей, как индикация. Цвета, что мы что-то поставили. Индикация вот именно того, что процедура проведена, родители могут контролировать наличие герметика в фиссуре. То есть, кроме как зрительно, вот если он контрастный, больше об этом никак не узнать, не почувствовать. Ну, сливается с цветом эмали. Если просто герметик слился с цветом эмали, мы же говорим еще о том, что профилактика кариеса заключается в том, что в регулярных профосмотрах. Так. Вот. И если, допустим, что-то произошло с герметиком, стоматолог на профосмотре увидит и обозначит проблему. А что может с ним произойти? Как и с любой, в принципе, как и с любым пломбировочным материалом, бывает ведь какой-то процент таких вот осложнений, так скажем, и в свою очередь и скол герметика происходит. Трещины. То есть, да, трещины. В основном, как правило, бывает все хорошо. Да, вот как раз хотела еще спросить, в чем отличие герметизации от пломбирования? Герметизация, она в основном проводится без препарирования полости. С профилактической точки зрения. С профилактической точки зрения. То есть, когда нет кариеса. То есть, мы его вот профилактически, да, только тогда. Да, в интактной, непораженной кариесом фиссуре проводится. И препарирование, оно зачастую не требует. А пломбирование? А пломбирование – это уже когда кариесом зубик поражен. Вот, то есть в пораженном кариесом зубике происходит пломбирование. Да, и по возрасту ткани. Детей получается, что, вот вы говорили, с 5 лет, когда у нас появляются зубки. Первые постоянные маляры. Первые постоянные маляры. Да, то есть тогда их можно герметиком воспользоваться. Герметизировать фиссуру. Герметизировать. Этих зубов. Да. А пломбирование доступно тоже в этом возрасте? Может, если уже кариес присоединился. Такое бывает, к сожалению, тоже. И такие зубки подлежат пломбированию. А на какой срок примерно герметизация устанавливается? Как долго она работает? Как долго может стоять? Может, ну, есть случаи 10 лет, вот, которые наблюдаем. Достаточно длительно. Можем мы, допустим, из своей практики ходят с зубами, с герметизированными 10 лет. Здорово. Да. А взрослым, герметик получается, держится уже такое не поставить. Да? А герметизация, она имеет смысл в период 1,5-2 года после прорезывания зуба. А почему? А там уже, если кариес не возник, уже он, все, герметизация, она пока не пока еще эмаль, наверное, не зрела, пока еще формирование идет. И после прорезывания это профилактики. Очень жаль, что взрослым такая услуга недоступна. Вы можете загерметизировать 8-е зубы, если у вас в таком возрасте, да, прорезались, можно их загерметизировать. Спасибо. Вот, потому что это если очень нужно еще. То есть это процедура по необходимости. Если она нужна, то сделают. А вот такой вопрос тогда у меня возник. Если стоит герметизация на зубках у ребенка, ребенок сразу, наверное, понимает, что вот я, получается, маляр, и могу так сильно не чистить. И он уже меньше внимания к ним на них обращает, ленится, не дочищает зубы до идеальной чистоты, да, или сравнимо их с идеальной. Вот как-то это психологически ведь тоже сказывается.
да, что... Ну вот как Ольга и сказала, что это все-таки не освобождает от ответственности и от прочищения зуба качественно. То есть с других поверхностей кариес... внимание нужно все равно, да, то есть, ну, в принципе, ребенок не всегда понимает смысл и цель этой процедуры. Это только родители понимают. Поэтому ребенок как чистил, то есть так и продолжает чистить зубы. А лучше под присмотром гигиениста стоматологического для качественной гигиены. Потому что технику и методы рассказывает именно гигиенист стоматологический на своем приеме. Но родители, между тем, спокойны, что в случае чего их ребенку... Риск возникновения кариеса хотя бы на жевательной поверхности уже меньше в разы. Да, очень хорошо. Давайте пойдем дальше. Не только таким образом стоматологи и ортодонты могут помочь детям, но они могут, оказывается, еще и предотвратить и помочь решить некоторые другие проблемы, с которыми сталкиваются родители маленьких и не очень маленьких детей. Например, это проблема с сосанием и грызанием ногтей, да? Ну да, что здесь можно сделать? Грызение ногтей. Но это такая вредная привычка. Она появляется вообще чаще у детей, которые находятся на искусственном вскармливании. Потому что дети, когда отказываются, их отучают от соски, от сосания бутылок, они начинают заменять этот сосательный рефлекс сосанием пальца. Вот. Это такая достаточно нехорошая привычка, которая может длительно закрепиться и которая ведет к возникновению аномалий зубных рядов, то есть деформации зубных рядов, искривлению. Конкретно мы уже боремся с последствиями все-таки, то есть ортодонтическими способами, аппаратами, справляющими съемными пластинками, даже брекетами иногда. Но вообще, конечно, нужно профилактировать эти мероприятия. Ну, например, методом невкусного лекарства, то есть смазывать пальчик чем-то горьким по типу горчицы, настойки полыни. Ну и все-таки наряду с психотерапией, то есть путем убеждения, постоянного спокойного настойчивого напоминания, можно применять также фиксирующую локтевую шину, даже варежки или рукавички на ночь детям, которые сосут пальчики. Вот, то есть, ну, в случае неуспешности, конечно, все равно можно прибегнуть и к ортодонтическому лечению. Вот. Вредную привычку грызть ногти, например, также наблюдают у детей таких боязливых, в чем-то неуверенных. То есть тут психологический момент. Даже можно обратиться, например, к неврологу за дополнительным медикаментозным сопровождением. Вот. Ну и из таких подручных предметов дети, бывает, грызут карандаши, ручки. То есть то, что под рукой, особенно школьники. То есть первый, второй класс. Потому что... Когда особенно увлечены какой-то задачей, да, интересной. Ну и тоже вот стрессовая ситуация, то есть переход из садика в школу сопровождается именно стрессовым фактором, так как меняется обстановка, то есть и бывает, даже возникают ночные скрежетания зубов, то, что мы называем бруксизм. Это тоже по типу вредной привычки, именно вот с психологическим фактором связано. То есть тут мы также направляем родителей с детей к неврологам, даже к психологам иногда. То есть врачи это замечают? Да, конечно. Конечно, это видно неровными краями, стертыми поверхностями зубов. То есть внешне бывает на различных группах зубов. То есть, в принципе, мы задаем наводящие вопросы и за анамнезом выясняем, что... Да, либо ребенок там первоклассник, либо постоянно ручки грызет, карандаши, как отмечают родители. То есть мы пытаемся с этим бороться уже, либо ортодонтически, либо путем вот настойчивого рекомендации как ребенку, так и родителям, чтобы они контролировали этот процесс и немножко оговаривали своего ребенка. Вот, то есть, ну и часто приходится, конечно, выравнивать зубы, то есть ортодонтически все-таки аппаратами, аппаратурно. То есть делать их красивыми, да, ровными, ровненькими, гладенькими, чистенькими. Да. Что касается вот именно неровности, здесь какая еще профилактика может быть? Ну, вообще профилактика, конечно, должна начинаться вообще еще в предначальном даже развитии детей, то есть на этапе планирования детей, то есть медико-генетическая консультация необходима, потому что количество зубов, положение их, форма зубных рядов, соотношение, это все бывает наследуется от родителей и ближайших родственников, то есть бабушек, дедушек. Вот. Затем пропаганда необходима правильного режима труда, отдыха уже будущей мамочки, питание тоже также важно, потому что все заболевания, хронические очаги инфекции, они также могут передаваться от матери к плоду в будущем, что потом, опять же, может сказаться и на неровных зубах при прорезывании в будущем. Также профилактики простудных заболеваний самой мамочки, в устранении вредных привычек у беременных. Вот. Вообще, самих детей. Это и
правильная осанка, то есть правильное положение головы в покое, то есть поддержание позы тела правильной. В работу комнаты здорового ребенка в возрасте до года в поликлиниках необходимо включить даже обучение родителей правильного способа вскармливания грудного детей, именно пользу грудного вскармливания, в отличие от искусственного. Потому что некоторые мамы перекладывают ответственность грудного вскармливания на искусственное, так как не все смеси хороши одинаково и так далее. То есть долгие кормления из бутылочки и соски, они все-таки потом приводят к деформациям. К году сосательный рефлекс угасает, и поэтому ребенка после года уже нужно от сосок, от бутылок отучить, иначе возникнет обязательно аномалия и деформация зубного ряда, которую потом необходимо будет корректировать. Также, что можно сказать, про питание тоже так же, как уже говорила Ольга, то есть чем дольше ребенок не знает, что такое сладкое, как я говорю, тем лучше, чтобы не возникало потом проблемы, манипуляции со стороны ребенка и проблемы с родителями потом. Потому что также все, что вызывает кариес, профилактика кариеса, нам тоже в подспорье, так как вследствие осложненного кариеса уже зубы бывают зачастую раньше удаляются, соседние зубы занимают место удаленного зубика, возникает дефицит места для прорезывания постоянного зуба и сужение зубных рядов и так далее. Также профилактика даже общесоматического состояния. Если ребенок часто болеет, возникает привычка дышать не только носом, но и ртом. Смешанный тип дыхания, вызывает сужение рядов. Вот, то есть тоже, что необходимо потом прибегать к ортодонтическим аппаратам все-таки. Поэтому профилактика достаточно обширна и затрагивает вообще все сферы жизни. То есть пока ребенок растет, аномалии могут возникать. То есть как врожденные, собственно говоря, которые наследуются от родителей, так и приобретенные в процессе жизни. Поэтому надо обязательно контролировать, то есть все своевременно делать. Ну и все-таки ходить на профилактические осмотры гигиенистам, к стоматологам, которые вовремя, если увидят, могут направить на консультацию к компетентным специалистам, то есть к нам, к ортодонтам. И еще одну тему мы сегодня с вами успеем начать разбирать. Это, на самом деле, тема очень большая. Это исправление прикуса. Очень много, я знаю, что существовало раньше и существует сейчас способов, методов приспособлений, чтобы прикус у детей, да и взрослых, наверное, исправить. Вот скажите, пожалуйста, начиная с какого возраста вот эти приспособления, да, брекеты, всевозможные пластины можно использовать? Начнем с того, что есть как безаппаратурный метод лечения, так и аппаратурный. Вообще всех детей мы стараемся лечить комплексно. То есть начинаем с безаппаратурного метода лечения, назначаем различные комплексы гимнастики для коррекции правильной работы мышц. Например, околоротовой мышцы полости рта, мышцы челюсти, челюстно-лицевых мышц. Дальше подключаем, например, в случае удаления зубов, например, с осложненным кариесом, хирургов, например, стоматологов для санации полости рта, гигиенистов подключаем для коррекции гигиены. Это так называемое, мы устраняем факторы риска. То есть, если, например, мы видим какие-то проблемы, при неправильном глотании мы подключаем, например, логопеда, то есть так как артикуляция языка неправильная, допустим, педиатров даже с назначением каких-то витаминов, препаратов, так как мы сами не назначаем их. Это безаппаратурные методы лечения. К аппаратурным методам лечения это у нас относятся съемные аппараты и несъемные. Съемные – это у нас пластиночки, пластмассовые, с металлическими элементами, которые помогают челюсть расширить и поставить группу зубов, отдельные зубы на свои места. Вот. К съемным также относятся еще силиконовые эластопозиционеры по типу трейнеров. Они представляют собой капповый аппарат по типу как капу боксеров, мы детям говорим. Их ночь, наверное. Да, их носят, да, только дома, только либо днем, час-полтора по времени, и плюс на ночь, ночное ношение. То есть никто не знает, что ребенок носит аппараты, то есть в школу не надо носить. То есть носится он очень именно удобно. Дозированно, да. Вот. А к несъемным это у нас относится брекет-система, металлические замочки, которые приклеиваются на эмаль и корректируются путем смены дуг металлических, за счет чего идет выравнивание зубов и зубного ряда. То есть брекеты, они более лобильные, и можно варьировать по высоте наклеивания, по повороту зубов. То есть у брекета все-таки побольше возможностей. Но они показаны детям уже в более взрослом возрасте, так как требуют особых навыков гигиены и все-таки сознательности от пациентов в плане чистки. Потому что при фиксации брекетов они 1,5-2 года
носятся на эмали, что способствует все-таки возникновению кариеса впоследствии. Поэтому лучше детям более подросткового, старшего возраста, даже взрослым, потому что ограничения по возрасту для брекетов практически нет. То есть даже взрослые люди, да, поэтому мы, конечно, да, поэтому мы даже часто детей и подростков, у которых уже поменялись все зубы, не берем рано, потому что они не готовы морально и физически, поэтому все, даже ортодонтические манипуляции у нас проходят через гигиенистов. То есть сначала коррекция гигиены, какой бы аппарат во рту ни стоял, обязательно нужна идеальная гигиена, потому что любой аппарат гигиену усложняет. Возникает образование дополнительного налета, пищевые остатки скапливаются, и возникает кариес, то есть вроде как бы одно лечим, а другое калечим. То есть поэтому, конечно, вся коррекция у нас идет через гигиенистов. Ну и на этапе ношения любого аппарата, конечно, гигиенисту раз 3-4 месяца, то есть даже чаще, чем обычное посещение раз в полгода для пациентов, которые не носят аппарат, мы назначаем, то есть кооперируемся с гигиенистами стоматологическими именно. Ну и после, все-таки после снятия любого аппарата, также необходима чистка гигиениста и, возможно, даже санация отдельных каких-то очагов кариеса, потому что все-таки при ношении любого аппарата кариес возникает, особенно вот у детей, потому что надо очень хороший уход за аппаратом, да, и не только за аппаратом, но и за зубами в этот период, потому что вот нагрузка, еще раз говорю, на гигиену очень высокая в этот период. Угу. Ну, то есть, подрезюмирую, что деткам более младшего возраста, то есть от 5, наверное, лет, да? Да, можно. До 12, до 14, это капы. Капы, да, тренеры, пластиночки. А тренеры? Тренер – это вот силиконовая капа как раз, да. Угу. Пластины, которые съемные. Да, которых легко снять, почистить, то есть они в этом плане проще. Но единственное, что минус, в чем носить все равно любой аппарат нужно постоянно. Постоянно. И регулярность в этом деле нужна. Поэтому обязательно требует навыка и упорства только со стороны родителей, которые будут кооперировать с ребенком, ну и со стороны самого ребенка. То есть обязательно мотивация должна быть. Поэтому часто в детском возрасте не предоставляется возможным взять на лечение ребеночка, потому что не всегда он понимает, для чего это ему надо. Поэтому консультация у нас всегда начинается с вопроса, что тебя беспокоит, именно маленького пациента, да, нашего. Да, да. Поэтому, конечно, его мнение важнее. Да, его мнение важнее наших с родителями мнений, амбиций. А капы, они индивидуально изготавливаются? Капы, они в основном фабричные. Мы используем в своей практике, то есть тренеры, которые готовы уже производителям. Угу. То есть они просто подбираются по размерам, по жесткости они идут. То есть индивидуально смотрим по конструкции, по особенностям именно в полости рта, чтобы подбирать. Угу. А, правильно я понимаю, что у ребятам более старшего возраста, то есть от 12-14 лет, капы уже не показаны и пластины? Они могут использоваться, и даже тренеры и для взрослых, собственно говоря, и для коррекции там, положения отдельных зубов, для коррекции храпа даже мужчин. То есть тренеры, они многофункциональны достаточно. И мы их и носим даже для привыкания к брекетам. То есть дополнение, как дополнительный метод лечения. Вот. В принципе, и взрослым иногда пластиночки могут быть показаны для коррекции 1-2 зубов, когда не хочется ставить брекет-систему, то есть на весь зубной ряд. Есть у них некоторых такая возможность, но это индивидуально по показаниям. То есть, потому что пластинку все-таки нужно носить постоянно, а не всем взрослым это удается в связи с работой, например. То есть постоянного ношения там требуют разговоры, переговоры. То есть, поэтому надо смотреть индивидуально. Вообще, конечно, любой способ лечения индивидуально уже на консультации обсуждается. То есть насколько подходит это именно пациенту, именно в данной его клинической ситуации. И сроки, наверное, определяет врач. Конечно, то есть в основном... От чего он зависит? Ну, зависит и от возраста, и от ситуации, от тяжести аномалии в полости рта. То есть, ну, вообще срок ношения пластинки не менее года, то есть год-полтора может быть. Ну, брекеты где-то 1.5-2, мы говорим. Иногда бывает и дольше, то есть в силу там даже независящих от нас обстоятельств, например, пациенты бывают, нарушают наши рекомендации, откусывают твердую пищу, брекеты теряют, мы что-то переклеиваем, то есть затягивается лечение. Либо там когда-то не приходят, например, сроки посещений переносятся и так далее. То есть много причин бывает, когда мы задерживаем эти сроки лечения. А так вообще индивидуально год-полтора, в принципе, можно скорректировать аномалию от легкой до средней степени тяжести аномалию. Да, ну и, конечно же, как вы правильно сказали, Анастасия, в первую очередь необходимо учитывать пожелания, мнение детей, которые приходят к стоматологу, к ортодонту, что их беспокоит, если что-то беспокоит. И, соответственно, с этим и бороться. Так, сегодня
мы поговорили об основных, наверное, самых главных принципах, как сохранить здоровые зубки у детей. Еще раз напоминаем родителям о том, чтобы они обращали внимание и создавали положительную атмосферу. Вот об этом мы еще сегодня не сказали, но обязательно упомянем положительное очень отношение детей своих к стоматологам, да. Что это все все-таки во благо, это конечно. Не во вред, это все принесет очень большую пользу. Ну и сегодня в гостях у нас были специалисты. Это Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующий отделением детской стоматологии, и Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующий ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Ну, уважаемые эксперты, спасибо вам большое за очень вам. Подробный, спасибо. Интересный рассказ. Думаю, о детках мы еще будем говорить. Эта тема неисчерпаемая, технологий много очень новых, я знаю. Поэтому ждем вас в гости еще. Да, и спасибо. Будьте здоровы. Спасибо и вам. Слушайте доктора. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.